Молодежь заполярной столицы соревнуется в знаниях по истории родного города. Найти самый первый памятник и вспомнить факты времен довоенного Мурманска. Более 50 человек приняли участие в краеведческом квесте. Что это такое, расскажем далее. Посетить первый памятник города. Так звучит одно из заданий краеведческого квеста «Мой Мурманск», который состоялся в столице Заполярья в преддверии Дня города. Более 50 мурманчан самого разного возраста, не побоявшись осеннего холода, в сквере на Ленинградской с нетерпением ждут старта увлекательной игры. Участникам необходимо правильно ответить на вопросы, добраться до места назначения пешком и сделать для координатора селфи. Звучит несложно, но на деле все не так легко. Подсказок нет, а возможность пользоваться интернетом не сильно помогает. Вопросы составлены так, что найти на них ответ во всемирной паутине практически невозможно. Участникам всего будет дано 10 заданий, которые это 10 мест, которые так или иначе связаны с какими-то достопримечательностями либо событиями в городе Мурманске. Тема «Довоенный Мурманск», и вот эти 10 мест им надо будет посетить. Попасть в игру по исторически важным местам города удалось не всем желающим. Не хватило мест. Всего на старт вышла 21 команда. Это максимум, который могли принять организаторы. В каждой по 3 участника от 14 до 30 лет. У всех свои причины играть в исторический квест. Мы ждем чего-то такого, что позволит нам больше узнать наш город, расширить наш кругозор. И надеюсь, что будет интересно. Мы участвовали в квесте до этого. Фотоспышка нам понравилась почти все. И мы решили попробовать еще раз. Будет достаточно интересно. Да. Ну, не знаю, какие-то новые эмоции там или еще что-то. Много чего узнаем нового, это точно. На 10 заданий 4,5 часа. В конце организаторы объявили победителей в каждой из 3 возрастных категорий. Все ушли с квеста с дипломами и призами. Организаторы от администрации города пообещали, что подобные квесты станут неотъемлемой частью жизни столицы Заполярья. Анастасия Русалова, Максим Петровичев, Арктик ТВ.